Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, Геннадий. Отлично. Скажите, что вы привезли? Привезли гуманитарную помощь от усадьбы «Белая коза», от фермерского хозяйства с Переславской области. И, соответственно, от зрителей канала «Усадьба Белая коза». Здесь сигареты, шоколад, кофе, квадрокоптеры, домашняя индюшка, каша, тушенки. То есть все это в усадьбе «Белая коза» варили сами, делали сами. Для наших парней, кто воюет там за нас, за Россию. Вот, собственно, все. 17 коробочек небольших. Все для наших ребят. Спасибо вам огромное. Победа будет за нами. Будет за нами.